За кулисами шоу лучше всех ходит слух. Маленький такой, 4-летний идеальный слух из Кишинева. Ходит и ждет, когда же я его объявлю. Встречайте, молдавский меломан Давид Капущу. Давид! Как поживаешь? Хорошо. Ты когда шел, ты знаешь, такой, ну, чувствуется, ты звезда со стажем уже. Но обычно люди как-то немножко поднимают руку, когда машут публике, а ты так... Я тебе хочу сказать... Давид, я здесь. Заколдовали тебя? Нет. А я тоже не буду смотреть на тебя и тоже вот займусь вот тем, чем ты занимаешься. Давид. Ты к нам из Кишинева приехал, да? Да. Как дела у тебя? Нормально. Нормально? Слушай, у меня тоже сегодня нормально дела. Ты видишь, сколько у нас общего, так сказать. А давай такая игра. На счет три, да? Резко поворачиваемся друг на друга и смотрим в глаза. Ты сможешь? Да. Итак, я тоже на тебя не смотрю. Итак, давай. Встреча России и Молдовы на высшем уровне глаз. Раз, два, три! Почему Молдавия так стесняется смотреть в глаза России? Давид, с чем ты к нам приехал? Мелодию угадывать. А ты много мелодий знаешь? Да. Ну сколько ты мелодий знаешь? 50. 50? Да. А тебе сколько? 4 года всего? Да. А зачем ты запоминаешь мелодии? Тебя воспитала семья магнитофонов? Нет? А кто твои родители по профессии? Папа менеджер, а мама бухгалтер. А как зовут твоих родителей? Мама Наташа, а папа Леня. Леня и Наташа, здравствуйте. Давид всегда такой, ну, немногословный. Нет, обычно он веселый. А что надо сделать, чтобы Давид не стеснялся? Улыбаться побольше. А. Действительно, мы же тут грустные обычно сидим. Какие песни особенно тебе нравятся? «Если б я был султан». Или это просто сейчас мечты свои озвучил? Если бы я был султан, я бы тебя казнил, Максим. Давид, покажешь нам, как ты угадываешь мелодии? Покажу. Пойдем. Видишь птичек? Ты должен угадать, что за песня исполняется птичкой. Готов? Уважаемые птички, озвучьте, пожалуйста, первую мелодию. С бабушкой, дедушкой, рядышком. Ничего себе! Так сразу угадал? Да. Ну ты даешь. Смотри, птички радуются. Да. Это значит правильно. Птички, давайте вторую мелодию. Если весен носок, а пёдла столько. Ну-ка, птички, правильно или нет? Правильно! Поехали дальше. Ёжик резина. А я думал, это на Тихорецкую состав отправиться. А это ёжик резиновый? Ну-ка, птички, скажите, ёжик резиновый. Правильно! Птичий хор, следующая мелодия. По синему мамонтенка. Песня мамонтенка. По синему морю. Правильно!
еще одна мелодия, финальная. Папа может. Папа может? Ну, давай проверим. Правильно! Круто! Давид Кабущук! Птички, спасибо! Давид, кем ты собираешься стать, когда вырастешь? Полицейским. О-о-о, это серьезно. А что, по-твоему, делают полицейские? Что входит в их обязанности? Ловить воликов. Вот у меня для тебя есть первое задание, как для полицейского. Ну-ка, принесите нам фуражки полицейских. Видишь, какая у нас музыкальная полиция? Красавец! В наше отделение музыкальной полиции пришло заявление от некой Лободы С, что во время гастролей у нее украли слова из песен. Поможем Лободе С найти слова из ее песен? Дорогой Давид, и раньше-то я не мог разглядеть ваше выражение лица, потому что вы его прячете. А теперь я вижу только аэродром у вас на голове. Вот покажите нам песню, пожалуйста. Как видишь, Давид, некоторые слова отсутствуют. Какое слово пропало в первой строчке? Вот смотри. Давид. Осталось только после этого зевка сказать: это работа другого отдела. Итак, смотри, первая строчка. В твоих глазах я вижу свои. Какое слово? Что? Давид, я тебя прошу. Нам надо что-то делать. Пожалуйста. Давай пойдем путем дедукции. Давид, какое твое любимое блюдо? Что ты любишь есть? Пельмешки. Пельмешки. Вставляем. Следующая строка. И дождь поет на ломаном. Ну хорошо, игрушка у тебя любимая есть, Давид? Машинка. Машинка. Прекрасно. И дождь поет на ломаном машинка. Наверное, мы та-та-та-та в зону риска. Что мы? Давид, что ты больше всего любишь делать? Играться. Прекрасно. Давай дальше. Слишком. Быстро. Давай просто эту фамилию вставим. Просто как подпись. Слишком Капущу. Быстро Капущу. Вставляем твою фамилию. И дальше. И без. Мой мир теперь немыслим. У тебя есть какое-то любимое домашнее животное? Голубушек. Хорошо. Что-то, смотри, больше не имеет смысла. Что не имеет смысла больше? Что ты не любишь делать? Вот так. Я все люблю делать. А прививки делать любишь? Нет. Вот, прививаться. Гадость. Гадость, вот. Ты попадаешь в сердце словно... Что попадает в твое сердце? Мяч. Мяч, прекрасно. Хорошо, мячик. Дальше у нас припев. Твои... Ха-ха. Такие чистые. Что бывает чистым? Стакан. Стакан, прекрасно. А еще? Тарелка. Тарелка. А чего тебе нельзя? Что тебе запрещают, Давид? Не знаю. А скакать можно? Нет. Вот. Мы просто скакать поставим. Твои глаза останови. Вообще, что можно остановить? Машину. Машину. Я для тебя... А из пластилина лепишь? Да. Слеплю. Дорогие друзья, теперь осталось удостовериться, что мы все сделали правильно, и получилось... Полноценная, хорошая, интересная песня. В твоих глазах я вижу свои пельмешки, и дождь поет на ломаном машинках. Наверное, мы играться в зону риска. Слишком Капущу, быстро Капущу. И без моих робушек твой мир теперь не мысли. Прививка больше не имеет смысла. Ты попадаешь в сердце, словно мячик, слишком быстро.
стакан. Такие чистые, как тарелка, скакать нельзя. Такая сила притяжения в твои глаза. Останови эту машину, я для тебя. Мы вернули не только слова, но и часть смысла в эту песню. Ну что ж, дорогие друзья, молодой, музыкальный, 4-летний, юный меломан Давид Капущун. Медаль шоу «Лучше всех» в студию. Вот, дорогой Давид, тебе медаль. Рюкзак со сладостями держи. Давид Капущун, лучше всех! Спасибо, Давид, прошу.